Так, доброе утро. Время 16:04. Проснулся. Уже умылся. Сейчас по-быстренькому поем. И отчалим с вами на рыбалку. Ну вот, друзья, товарищи, мы с вами уже и на льду. Народ постепенно прибывает. Люди едут, кто на снегоходах, кто на своих двух. Идти нам примерно 2 км. Вот от тех мест, где я вчера ловил. Я надеюсь, что там еще никто пока не сидит. И мы сможем занять наши вчерашние ланки. Но, если там кто-то будет, тогда пробуримся где-нибудь неподалеку. Точно так же закормим и будем начинать свой новый рыбацкий день. Я, конечно, не замечал места в телефоне, в навигаторе. Но, вроде как, народу никого, поэтому сейчас попробуем отыскать лунки вчерашние. Ну и присядем уже туда. В общем, свои старые лунки, ребят, я нашел. Сейчас надо по-быстренькому достать флажки и зафлажковать свои лунки. Вот, потому что народ прибывает. Люди, как правило, лунки новые не бурят, занимают старые, которые есть. Вот, и я так целенаправленно шел к берегу, что может быть меня кто-нибудь заметит. Зафлажковать по-быстренькому. Вот. И набурить еще луночек. 3 лунки я зафлажковал, остальные надо будет сейчас бурить. Ну ничего страшного, забуримся. Вообще, по идее, когда такое большое количество людей на льду, надо просто приходить в темноте, забуривать спокойно лунку, флажковать их, сидеть, пить чай. Еще интересная тактика, когда людей уже достаточно много, просто подождать, где они пробурят лунки, и пробурить лунки немного в стороне от народа. Лещ, особенно на маленькой глубине, он сбегает в состояние людей, сбегает в шумах. Ну, это в смысле крупный лещ. Ледобур титановый на 150 миллиметров. Потому что тут живут слоны. Надо быть готовым. Глубина ловли у нас тут 2 метра. Вот. Поэтому лунки кормить я буду сверху. Закармливать буду. Вот у меня сухая смесь и живой мормыш. Прям по чуть-чуть. Прикармливаю по чуть-чуть из расчета на то, что мы потом еще будем лунки докармливать в течение дня. Не зря я сегодня встал в 3 утра. Удалось мне занять ту территорию, которую я хотел занять. Пробурил 10 лунок на достаточно широкой площади. Все это дело закормил. Ну и народ начинает потихонечку прибывать. Начинают приходить рыбаки, забуривать какие-то определенные места. Но рядом с лунками, конечно же, не бурят. Поэтому есть вероятность, что мы сегодня что-нибудь половим.
Начинать сегодняшнюю рыбалку буду с фаворита вчерашнего дня. Это нимфошарик с красной головой. Леска 0,12. Кивок из рентгеновской пленки. Зачет. Охрененная рыбка. Сейчас огонь. Вот он. Смотрите-ка, поймал сорожку какую, у кого-то оторвало крючок и клюнуло на мою мормышку. Надо зафотать. Мощная рыба попала. Ну, красавчик какой. Прикольно. Попался хорошо. На нимфошарик с красной башкой. Ой.
Бешеная плотва такая. Какая хорошая была. Бешеная плотва. Хватает за глот прям. Только пускай. Thank you.
бетонище. Капец. Офигеть. На нимфошарик с красной башкой. Так, да. Что за рыба-то? Засосал нимфошарика. Класс. Батонище, блин, грамм 300. Офигеть, это да. Соблазнила все-таки золотая рыбка. Красивая
Вот так, ребят, прошла моя сегодняшняя утренняя рыбалка. Ну, это, конечно, вообще красота. Нимфошарик с красной головой отработал просто великолепно. Надо будет сейчас вывалить улов в мешочек, а то ящик таскать уже тяжело. Ну и буду продолжать рыбачить. Жестко, какая рыба попала. Ух ты. Вот это сорока. Вот это сорока. Вот это батон. Капец. Плотва. Офигеть. Офигеть. Надо выложить рыбу в пакетик, то уже таскать тяжело. Капец. Жесть.
утренний клев сошел на нет. Сейчас надо посидеть, попить чайку, посмотреть, ловят ли рыбаки. Рыбаков до хрена. Сижу вот сейчас думаю, какую мормышечку поставить. Есть два варианта. Поставить вот такой вот нимфошарик машинное масло. Либо поставить какой-нибудь маленький гвоздик. Потому что если у рыбы сейчас настроение покушать пропало, то ее надо будет пытаться соблазнить. Ну, арсенал мормышек у меня достаточно большой. Соответственно, будем сейчас экспериментировать. Может попробовать вот такого черта. Сейчас будем пробовать. Есть еще у меня вот такая вот мормышка-колокольчик. Вот это мне мормышка досталась от Сашки Зайцева. На нее он рыбачил на горе море. Может быть, на нее попробовать? Может, будет толк? Сейчас ее и прицепим. На каждой проводке
Офигеть. Офигеть. Что руки трясутся?